Во Всероссийском детском центре «Смена» продолжаются мероприятия инженерной смены «Школа молодого энергетика». Сегодня мальчишки и девчонки приступили к завершению проектов по созданию энергоэффективного микрорайона. Наш проект называется «Квартал будущего». Цель состоит в том, чтобы показать, как экологично можно построить квартал. У нас будет стоять ветрогенератор, через который будет проходить все электричество. Ну, у нас более масштабный квартал, то есть у нас здесь будет стоять множество домов, это соц. Проект сделать очень удобный урбанизированный микрорайон, чтобы в нем находилось государственные учреждения, больницы, пожарная станция, полиция, полицейские участки и так далее, школы, детсады, чтобы в целом людям было там комфортно жить. Сам проект, наверное, будет называться Liberty или же просто Green Quartal. Наш проект называется «Микрорайон Листок», и его суть в том, чтобы сделать максимально удобные условия для проживания людям, которые потенциально могли бы там жить. Для этого мы сделали все необходимые блага, и инфраструктура идеально подходит для них. Мы уже все спланировали, все закончили, доклад уже почти написан, и сам проект почти готов. Объемный макет городского квартала с использованием возобновляемых источников энергии, в которые в том числе должны входить дворовая территория, парковая зона, площадка и другое. Через несколько часов пройдет защита проектных работ.